Граждане, добрый день, сегодня дата открытых дверей. Важным на входе билеты дают, при выходе пистюлей. Важность церемонии сей, донести идею, раздвинуть рамки, ответить прямым текстом на вопросы, заданные наизнанку. Вопрос наизнанку, это также знатно, как дать уебанскую тему на раунд. Затем ждать хитов, делать ставки на игроков после новогодних пау. Вопрос наизнанку, это как подставить задок арестанту, сделать закос под бездарных, оставив засос Дагестан. Вопрос наизнанку, это как батлить евреи, хотеть на эстраду. Это также опасно, как попасть в Донбасс на X-Factor. Это когда нашел себе рабочее место, присел на вибратор. Это когда ты видишь армию русских и сбриваешь усы за рейхстагом. Это как пинать нигера под прощание славянки. Да, блядь, странно так же, как забирать рэмдюгу со штрафстоянки. Вопрос наизнанку, это снова попасть в пару к нежному певцу. Слышь, пухлик, я буду ласков, но тебя все равно снесу. Хотите хороший припев, МС Беляш споет вам по нотам. Получите порцию сладкой блевоты к новогодним углеводам. Ждете новую школу? Тогда болейте за Запад, мне похуй. Поставите мало баллов, не страшно, от этого я не подохну. Хотите хороший припев, МС Беляш споет вам по нотам. Получите порцию сладкой блевоты к новогодним углеводам. Ждете новую школу? Тогда болейте за Запад, мне похуй. Поставите мало баллов, не страшно, от этого я не подохну. Ответы на поверхности, как какие-то испражнения. Надо лишь пнуть хорошенько в живот, чтобы выйти из положения. А я просто включаю читы, выбираю себе стили на раунд. Видишь эти дороги, я развожу их снова налево-направо. Повторяю, для глупых и недалеких стоит поглубже копнуть. И мистер вопросы старого Бэтмена окажется Юрий Дудь. Так что не буду лукавить, за каждым рэпером есть эталон. Слушайте дальше, может поймете, что имя мне Легион! Стали? Москва! Все вместе! Всем своим привет! Погнали! Во мне так много голосов, рвущихся на свободу. Схожих антиподов кружат голову до рвоты. Первый ходит по черному, второй читает тором. И каждый из них может поведать тебе о чем-то. Жареным запахло, видимо встретил дему среди балла. Следи парень, сидя в баре, палит, куда светят фары. Да, я погоню по батлю, крошку панду, брошу палку. Нет огромных банок, но старый папа ходит в дамки. Делал дыры в озоне, с этим чуть не посидел. Небо на ладони, лишь остаток воскресенья. Кровавые лица пляшут, улыбаются монашкам. Синоптик обещал влажность, хлопая по жирным ляжкам. Я в игре как Моздев, босс гнев, тут все блеф. Граф, рифм, брат, ним, кульбат, гректик, звать всех. Готов собрать зал в кулак и дать лохам шпан. Если летать услышь, то делать выше всяких похвал. Я не отвечу вам на все, хоть линия горяча. Со мной Урал, стороны Ра, рифмы с барского плеча. У вас вопрос, какого хера этот парень творит? Он был один, а мы теле. Кто стоит за ним? Соберет единый круг, неотвеченный вопрос. Почему, глядя на нонеймов, видишь полноценных звезд? И если вывернуть карманы, кем останется тогда? Волшебник-пародист или просто хороший музыкант? Соберет единый круг, неотвеченный вопрос. Почему, глядя на нонеймов, видишь полноценных звезд? И если вывернуть карманы, кто останется тогда? Фокус не бродяга или зрители в дураках? Мы валим на Майами, хоть вылезли из трущоб. Да, этот крупный парень сегодня закрывает. И мы тут не спецы по батлам, но суки по нам бежат. А если пушка в руке, возможно стоит и нажать. Мне нужен никотин, ибо мой нервный тик вам навредит. Принцип домино, Орфей пойдет за Эвридикой. Поблек ретин, но мне претит. Ты взял мой стиль, им секретит счастливого пути. Морские глади хранит Моби Дик. Ты показал себя и забрался высоко. Но эта жирная ворона лезет в узкое дупло. Присядь, друг, передохни, открой клюв. Треснет гнилой сук, там уже ждут псы внизу. Мальчик, ты наш протек, будто ржавый кранчик. Снимет ремень батек и выпарит за панчи. Любите посудачить, любите пособачьи. Слышишь этих ребят, мы сделаем как раньше. Сделаем как раньше. Соберет единый круг, неотвеченный вопрос. Почему, глядя на нонейма, видишь полноценных звезд? И если вывернуть карманы, кем останется тогда? Волшебник-пародист или просто хороший музыкант? Соберет единый круг, неотвеченный вопрос. Почему, глядя на нонейма, видишь полноценных звезд? И если вывернуть карманы, кто останется тогда? Фокус не протягает, зрители в дураках.